Носить маску и мыть руки с мылом – такие простые советы действительно могут спасти жизнь. Медики просят их соблюдать. Говорят, профессионалов не хватает, особенно анестезиологов. Люди увольняются, активизировалась и профессиональная миграция в Европу. Напомню, в Польше упростили прием медиков на работу. Медицинские работники вынуждены сегодня своей жизнью закрывать проблемы общества. А, к сожалению, наше общество не до конца понимает, что дело рук, нужно им спасаться самим. Если они этого не поймут, перчатки, дистанция и мытье рук, то я не знаю, кто за них это сделает. Мы уже, как говорится, с ног выбиваемся, стараемся, работаем. Но так же невозможно, когда едет в маршрутке половина в маске, половина нет. Напомню, в этот вторник в правительстве приняли бюджет на 2021 год. Он существенно не отличается от прошлогоднего, а заработную плату медикам поднимут только на 30%. Это лишь формальность, говорят эксперты, ведь после вычета налогов заработок врачей почти не изменится. Така програма медичних гарантій і така сума фінансування, не знаючи, що в нас очікується з пандемією, як будуть розгортатися динаміка коронавірусної хвороби. І тут важко досить щось прогнозувати, але навіть по розрахункам Всесвітньої організації охорони здоров'я динаміка буде йти по нарастанню.